Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей дуэльной игры. В моем 7-м дуэльном турнире, 3-й тур, я играю против Хаоса. Как это звучит немного странно, но это у человека ник такой Хаос, а не я борюсь против Хаоса, чтобы был везде порядок. В общем, если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Жмакайте на нее и смотрите сначала первую серию. Ну а всем остальным приятного просмотра. Мне один выстрел из... Один выстрел от меткалука, и у меня полечится слоник. А он не хочет, похоже, стрелять. Что меня расстраивает? Не знаю, я, наверное, не буду апгрейдить. А вот эту чушку я в арбалет проапгрейджу. Блин, у него денег дофига. Что ему мешает апнуть в арбалет? А мешает то, что я могу, типа, подойти, как я понимаю. Ладно. Блин, ну почему он... Ну это нечестно. Это нечестно просто. А, вот его это... Триремка плавает. Ну пускай плавает. Ему там грабить нечего, так что я не возражаю. Видите, у него тоже наземные караваны бегают. Да, Амстердам хорош.
Ай, не буду ничего стрелять. Пускай он там плавает. Убью, не убью. Хотелось бы убить, конечно. Жаль. Да ладно, ну что? Ну почему? Он, видимо, ждал от меня атаки здесь, а я, видите... Ну что, начать тут давить? Что он взял? Счастье, два золота. Угу. Стреляющие юниты всегда все равно нужны. Никуда не деться. Thank you.
Я хочу просто, чтобы он отвлекся своей армией вот туда, а сам в это время буду пытаться Утрехт взять. Ну, блин, Амстердам вот в таком виде, как сейчас, не берется. Тут ничего не поделаешь. Так. Он Амстердам обстрелял, а тут двумя... Ага. Меня печалит, что у него деньги есть, а у меня нету. Может купить миссионера и религию лучше разнести, а не ждать укрепления. О, минус по счастью. Нехорошо. Интересно, а я у него, кстати, генерала не вижу. Мне бы поднакопить юнитов и ломануться сюда через крепость. Блин, мне нужно идти 70. Ну, золото у меня и так есть, а вот... Так, что у нас тут? Давайте глянем.
Этим обстрелял. Из Утрехта. Угу. Ну, в общем, он тоже во всю армию устроит. И, в принципе, у него ее больше. Так что, возможно, имеет смысл мне отступить. Кстати, голиасы, почему нет? Они могут тут вот приплыть и всячески обстреливать его юниты. Генерал у него тоже появился. Ладно, я, пожалуй, буду стирать дорогу. Мне пока больше юнитов не надо. Балом тут мой на себя принимает удары судьбы. Чуть у меня великий торговец появился. Это я на чем набил? А, просто на рынке, блин.
О, Голиасы. Он вышел в Голиасы. Прикольно. То, что я хотел сделать. Ну, я не знаю. А, подожди, так я же тоже, наверное, уже в Голиасы вышел. Нет, я еще только выйду. Мне кажется, правильнее в университеты сначала было бы. А потом уже Голиасы. Странное, конечно, торговца получил. Ну, то есть, как бы он не особо. Ну ладно, чем плохо, ничем. Мне не нравится, что он все равно развивается, а я тут, понимаешь, такое ощущение, что он ученого сжег. Ладно, слон пускай тут сидит. Нотр-Дам. Хорошие чудеса забирает. Хорошие, я не спорю. Бля, извините. Ты я стрельнуть хотел. Ну вот, говорит, надо пользоваться. Горячими клавишами для того, чтобы стрелять.
Да, что-то я... Ну, если успею быстро походить, то, по идее, должен его убрать из-под удара. А, ну, конечно. Блин, он тут вырубил и выстрелил. Что за подстава, Лёша? Блин, не хотелось бы, конечно, чтобы Утрехт мою религию принимал. Мне кажется, он ученого сжег. Минимум одного, потому что так быстро у него религия... Ой. Ну, опередил меня по техам внезапно. Там Голиас. Как-то не хочется под Голиас подставляться. Блин, проблема в том, что я развитие проигрываю, у него лучшее. Я, видимо, надо пускать морские караваны. Да я вынужден даже из Муанг-Соланга просто пускать морские караваны. Тут как бы по-другому никак. Ну что, попробовать фрегатами что-то сделать тогда.
Прям даже не знаю. О, присоединиться эта клетка, можно будет убежать отсюда наконец-то. Стоп, 11 ходов. Блин. А мне надо в Ренессанс быстрее выходить, иначе я рационализм долго не приму. Так что давайте лучше в банковское дело. Да, вначале игра оказалась просто кто первым выйдет в Голиасы. Теперь игра немножко про другое. Зря дорогу строил. Конечно. Ага. Тут плывут, понимаешь, Голиасы, что ли, фигачат, не пойму. Ну, блин, ну не берутся у меня города Голиасами. Кстати, а сколько там они культуры дают? 3 культуры. Да, блин. Когда этот дурацкий Муанг Саланг решит драгоценные камни присоединить? Thank you.
В этом Амстердаме, видимо, производство нормально так, что он голиасы клепает. Ну, в принципе, да, я думаю. Еще так по идее нехило отстаю. Я не могу отправить караваны, потому что, ну, у него голиасы. Он просто мои караваны расфигачит. Я думаю, что он астрономию открывает, конечно же. Потом пойдет во фрегаты. Деньги у него на апгрейд, ну, пока нету. Блин, куда ты? У меня и так тут мало жителей. Так, давайте попробуем на еду все поставить, что получится. Так, 5 ходов, 6 ходов. По идее, рационализм должны принять. Да. Ну вот как мне этот город использовать? Он держит море. Да у меня и счастья нету, собственно. Блин, сейчас убьет. Зря я тут дорогу поубирал. Вы, конечно, можете сказать, что надо идти в Голиасы, но, во-первых, рационализм принимать тоже надо. А во-вторых,
Ну я выйду в Голиаф, у меня нету денег ни на что. Так, ну... Универ он, наверное, тоже строит. Так, потом я пойду. Так, поплыли. О любимых нациях вам рассказывает Лёша Халецкий, а о любимых местах в городе напомнит 2GIS. Добавляйте нужные или просто любимые места в раздел «Избранное», и все адреса будут в быстром доступе и всегда под рукой. Да-да, это видео выходит при поддержке 2GIS, бесплатного справочника организации и детальной карты городов. Заходите на 2GIS.ru или в магазины приложений и скачивайте под вашу платформу абсолютно бесплатно. Блин, вот откуда у него там и счастье? Ну, как бы ладно, Нотр-Дам он поставил, но он Нотр-Дам поставил после того, как он 4 города сделал. Ну, вон у него эти драгоценные камни, которые у меня почему-то не хотят добавляться. Но я, правда, сейчас на еду переключил в основном. Но вообще с производством у меня печаль. В итоге... Вот он в Ренессанс вошел. Конечно, через астрономию. А я через банковское дело. Так, пускай тут варвары бегают. Все плохо. Но этот город не может мне никак помочь. Мне некуда поставить. Я не мог сюда поставить город, потому что тогда голландец может меня атаковать без проблем. Конечно, блин, там чудо какое-нибудь копит царя Соломона.
Мне через 6 ходов Оксфорд бы не помешал. Да. Не знаю, честно говоря, как тут можно было по-другому действовать. То есть я хорошо, то есть слоны неплохие были, но дело в том, что у него-то производство просто выше и лучше. Ему достаточно строить армию намного быстрее меня. Плюс к этому, ну, он великую библиотеку построил, взял ученого и сжег его в определенный момент. И хотя я думаю, что науки больше у меня сейчас, в любом случае, видите, он не отстает, ну и со временем он будет... То есть даже если он не захочет меня взять сейчас, я думаю, что по производству он лучше будет, по развитию. По развитию лучше. Я не знаю, тут, блин, фрегат единственная возможность как-то повлиять. Ну, денег на апгрейд у него нету. Это хотя бы меня успокаивает. То есть, ну, когда выйдет во фрегаты, он не сразу сможет их использовать. У него выше крыши, и у него еще, блин, 20. Ну офигеть. Можно слона отправить к варварам туда разбираться, что да как. Thank you.
Тоже exploration принял, вот. Гад. Как у него сразу производство. Видите, я его догоняю по науке, но... Слабо это все, слабо. И пока я вообще не представляю, честно говоря, как мне тут выигрывать. Так, где-то у меня еще... Вот тут, наверное, арена не построена. Точно. Так, давайте смотреть. 886. Когда он откроет навигацию и будет клепать фрегаты. Кстати, ну правда у меня тоже вот есть еще железо, если что. Ой, блин. Давайте-ка на производство. Запустим. Так, сколько Оксфорд строится? 4 хода. Давайте после банка. Он навигацию не открыл. Но он, видимо, обсерватории строит у себя. Если не построил уже. Но он бараки строит, а потом будет строить фрегаты. Все верно. И обсерватория уже построена, да. 104 науки у него только в столице. А у меня 117 всего. Он меня по науке точно опережает. Блин, ну... Восемь ходов. Нужен ли мне колосс здесь? Давайте тоже барак. Он, похоже, решил навигацию своим путем открыть. То есть вот это у меня шанс. Науки-то у него дофига. То есть мы примерно в одно время, наверное, откроем.
О, он ученого вообще сжечь может, если захочет. Денег нету у него. Ну, он там, видимо, армию настроил какую-то. Ну, это так. Блин, ну. В общем, у меня единственный шанс — это лучше него воевать фрегатами, и все. Не получится, значит. ГГ. Так, что я могу построить? Ну, запретный дворец. Можно, в принципе. Как у него за один ход строятся фрегаты? 62 производства. Оксфорд он не строил. Я не очень понял, как он за один ход построил фрегат. У него нету столько производства, чтобы 123. То есть два хода должны они, по идее, у него строиться. Ну, вон уже фрегат есть. Что он в укреплении взял? Религия быстрее распространяется и продукция от специалиста. Ну да, неплохо. Я не пойму, а вот как у него тут... У него ж не было денег на апгрейд. То есть это ж не мог вот этот юнит уже здесь оказаться. Что-то все это как-то странно. Не, ну, прошлым ходом он открыл, да. Почему-то за один ход построил фрегат. Это он мог апнуть, но деньги у него откуда появились на апгрейд? Я мог бы подумать, что он использовал ученого, поэтому у него плюс 100 взялось. Но это не так, потому что...
Мавзолей у меня. Смотрите, где он арбами высаживается. Да ладно, убил мне инженера. Вот так я и построил запретный дворец. Мне, кстати, повезло, что у меня город прямо на железе стоит. Откуда там взялся этот Голиас? Просто так приплыл. Почему я его не могу атаковать? А, потому что я уже атаковал этим ходом. Ясно.
Не понял, почему я тут... А. Высадился. Да. Сейчас он мне все караваны расфигачит. Не, ну я не знаю, что мне делать. Я не понимаю, как он так быстро построил фрегат. То есть я понимаю, как он вышел во фрегаты. Думаю, во-первых, мне в банковское дело не надо было идти, а сразу идти в астрономию. Все-таки. Блин, я еще не походил всеми. Блин, не успел. Ну, видите, я уже расстроился, в общем, из-за всего этого. Блин, он еще отходит куда-то. Не, ну а что делать? Ну, смотрите, пускай я отобьюсь от его атаки, и что? Вот, блин. И наука у него в одной только столице больше, чем у меня в моей стране всей. Я не знаю, что делать. Ну, до конца буду, конечно, биться. Thank you.
Успел разграбить все-таки. То есть он сидел и смотрел именно на этого рыцаря. Больше его ничего не интересовало. В общем, у меня две проблемы было. Мне негде селиться, и у меня меньше производства по сравнению с моим соперником. Я думаю, он будет спасать тут вот фрегат. А, он его вылечил. Не, ну он фигачит фрегаты в любом случае у себя в столице. Железо у него дофига. Да? 6. То есть он как минимум... Мне только непонятно, откуда он постоянно золото берет. Он и религию не брал на это. Откуда у него постоянно появляется золото? Так что я хочу до конца доиграть и посмотреть логи. Три золота вход, 197. То есть мавзолей Геликарнасский я построил. Религию на то, чтобы плюс 67 при обращении города взять, он не брал. Откуда у него может постоянно появляться это золото? Городов-государств нету. Великого торговца у него не может быть. Что у него вот совершенно недавно, кстати, великий ученый появился. Вход у него 3. Что он там... То есть кучу лагерей варваров, что ли, захватывает?
Очень мне это интересно. Ну, сейчас понятно, откуда он захватил мой город. То есть он получил там 30, что ли. Присоединились эти. Как его? Ну, то есть, вот мне игра как бы рекомендовала вот тут типа два города поставить, и тут можно два города поставить. Видите, тут мрамор. То есть, мне надо было сразу как-то идти вот на такое расселение. Или все-таки не бояться и третий город сюда бахать. И всячески его пытаться от голландца защитить. Возможно, вот не совсем верно, что я побоялся сюда город поставить. Ой, это я генерала подставил. Хотел сюда. Ну, хоть правда, он, может, обстрелял уже меня этим арбалетом. Не, ну тут уже проигрыш, то есть я не думаю, что вам имеет смысл дальше смотреть. Я хочу, чтобы он меня взял столицу, я хочу посмотреть графики. Так, Парфенон, конечно, нужное дело. Но не в этой ситуации.
Ну, что-то все равно не придумывается, откуда он мог взять деньги. Ну, то есть сейчас-то ему уже не... Ну, 241. А, подождите, он грабил... Так, сейчас вот он от разграбления брал деньги. Да, кажется, я понял. Он грабил мою территорию. Не, ну подождите. У него появились деньги на апгрейд этого фрегата. Он тогда еще не грабил мою территорию, он еще не грабил мои караваны. Ладно, сейчас глянем. Так. Золото вход. Ну, у нас примерно одинаково было золото вход, да? Теперь меня интересует всего золото. Вот это, например, откуда у него золото взялось. 125. Он, походу, вот это он апнул один фрегат, а вот это он грабить начал. Хотя вообще проще за него загрузиться. Сейчас я так и сделаю.
Ребят, ну что я тут, конечно, жалуюсь на какие-то... Ну, нет, я объясню вот проблемы по поводу там, как он апнул корабль, да, откуда у него деньги. Естественно, он мог, например, продать какие-то здания сразу. Там, ну, ему совершенно немного не хватало для первого апа. Как у него строился фрегат один ход, скорее всего, он просто до этого уже строил галеасы, но отложил строительство Голиаса, и как только он вышел во фрегат и продолжил, вот вам и один ход фрегата, вот один из вариантов. Ну а дальше, естественно, он грабил мою территорию, но смысл не в этом, а в том, что я проиграл чисто стратегически. Вот вы видите, красивый проигрыш стратегически, то есть что-то жаловаться по поводу того, что соперник раньше апнул фрегаты, даже если бы мы одновременно вышли, даже если бы у нас было там одинаково фрегатов, я бы все равно в итоге проиграл. Это чистый стратегический проигрыш, потому что я долго играл двумя городами. Ведь видите, у него, кстати, там чудо даже только Шерипада, то есть, ну, это не самое классное чудо, прям, которое поможет выиграть. Мне всего лишь надо было ставить третий город вот там, где я и вначале думал. Вот там, где он Утрехт, ну, не в том месте, где Утрехт, чуть правее Утрехта, естественно. Так, территория одинаковая у нас примерно. И если бы я поставил вот там город, где я хотел, я бы контролировал этот континент. И я бы в итоге победил. Это чистый стратегический проигрыш. А знаете почему? Потому что у меня в мозгах заклинило, что мы играем на континентах, что мы на разных континентах, хотя я очень быстро выяснил, что мы на одном континенте. И если бы мы были на разных континентах, то игра за два города, она выигрышна в том плане, что ты быстрее все-таки входишь во фрегаты, несмотря на то, что соперник строит библиотеку. Я считаю, что это более выигрышно. Но у меня что-то переклинило, я слишком долго играл двумя городами, а когда сообразил, что соперник улетает, смотрите, у него аж четыре города. Аж четыре города, и он все равно, он мог меня даже не атаковать фрегатами, он просто мог накопить силу и пойти на меня. А я вместо того, чтобы выходить во фрегаты, я мог бы, наверное, победить, если бы я даже двумя этими городами шел во фрегаты, пошел в своих слонов, слил атаку, и соперник просто спокойно догнал меня по науке, шел со мной вровень и даже раньше вышел во фрегаты. Так что чистая победа хаоса, красивая стратегически. То есть я проиграл стратегически. Мне ничто не мешало действовать более правильно. Тут чистый мой проигрыш. Я не могу даже там что-то сказать, что мне соперник мешал, или что мне не повезло с территорией. Нет. Чистый мой проигрыш, так что без вариантов. Ну, на ошибках учатся. Думаю, дальше я буду играть уже лучше. Вы слышали Лёшу Халецкого, пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.